Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, что у нас происходит. Света нет. Света нет. Камера только наполовину успела зарядиться. А, это ты ходил? Что? Я не понял, кто там ломится ко мне? А, работает. Ну, хорошо. Хоть работает там он. Вон там электрик ходит. Не видно. Уже прошел. Камера только наполовину. Ну, надо, раз ты греешь. А ты что, только себе греешь? Там, я надеюсь, не пластмассовый ковшик-то поставил. Пластмассовый поставил? Так он же расплавится, Жень. Да. Да. Так я думал, ты знаешь, что они плавятся на огне. А ты что, не знаешь, что ли? Он весь почернел вон. Что там стоит такое, непонятно. Маленькая оранжевенькая. Свекровь точно не будет довольна. А ты не знал? Нет. Нет? Серьезно? Ну надо же. Я думала, уже все знают об этом. Ты чуть-чуть добавь мне там что, стакан. Надо было вот этот чайник ставить. Он хоть удобно. Наливать с него потом. Не проливай воду. Вода – ценный напиток. Ну, а тебе чашечку и мне две. Ах, тебе две? Вот это коза. Две даже. Да? Коззи. 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 Видите, хожу босиком тут. Тапочек моих нету. Асфальт там горячий. Все, Женька несет. Уже чашечки наши тут. А, Женя любимый. В первую очередь, молодец. А что так мало налил-то? Нормально порцию лечит. И туда не сели. Или ты тут оставишь? Поставлю. А. Ну, еще на чашечку. Может, даже на две. А. Все. Хорошо. Ну, горяченький. А, и чайник не нужен. Действительно. Женька всегда найдет выход из положения. Действительно. Зачем тебе чайник? Всегда можно на костре. Правда, когда пойдем гулять, надо палку принести. А то там у меня хворост заканчивается. Вам еще сосиски сегодня с картошку печь. Что это по хрип сегодня? Сегодня прям 30 градусов, а так приятненько по сравнению с 37, сколько там вчера было. Приятненько даже стало. Конечно. Да, так необычненько, да, кажется, как будто 25 градусов. И горячий пьет. Горячий, пей скорее. Сейчас потеешь, да? Или ты не потеешь? Ну, горячий, когда слышишь. Все, даже загорает. А, ты еще и на солнце сядешь? Ты еще и на солнце сядешь? Там головастики. Федор Петрович вчера приходил, ушел. Он больше не приходил, кстати? Не было. Еще и на солнце смотреть сидит. Горячий кофе пьет на горячем солнце. И не потеет нифига. Ну, сегодня так жарко. Ветерочек чуть-чуть есть. А ты ходил туда голый, что ли? К электрику-то? Труса. Ну, голый. Да что, одеваться-то жарко. Все равно как-то правила интеллигенции хотя бы соблюдать. Как так? Взял за ворота, вышел в трусах. Давай. Сколько у нас на туська весит, сейчас проверим. Опа, ай, Левчик весит. Чего? На туська весит у нас 70 килограмм. Чего? Какие 70 нафиг? Ты чего?
Все, садись на диету, вся колбаска моя. Ах ты, вон по какому. Вся колбаска моя. Как ты быстро среагировал-то, ничего себе. Садись на диету, все мороженое мое. Садись на... А тебе... Мороженка. Ты 70 килограмм весишь, куда тебе? Какие 70? Это ты весишь 80-90, сколько там? 70. У меня 55 было. Не надо. Давай мы тебя сейчас взвесить попробуем. Дай-ка, ну-ка. Ну-ка, я тебя взвешу. Я нормально. Ну, дай, дай. Ну, дай, дай. Дай, так, сними подожди, ее. Подожди. Дай я тебя взвешу. За что мне? Да я сейчас придумаю, за так, что тебя хватает. Так, надо. Стой спокойно, подожди, я сейчас тебя вот взвешу. Вот тут вот. Сейчас зацеплю вот тут. Опа! 150 килограмм. Только не отцепляется теперь. Ну, прицепила. 150 килограмм весишь. Нетушки. Твоя мороженка моя мороженка. Неправда. Твоя колбаска моя колбаска. Понятно? Твоя колбаска моя колбаска. Твоя мороженка моя мороженка. Ты меня понял? 150, прикинь. Офигеть вообще, Жень. Ай-яй-яй-яй-яй. Наел тут, наел. Эти, как их там, как ты? Чебурашки, чебурашки наел. А? Чебурашки. Засранец. А что, кто-то квас еще выпил, что ли? А когда ты успел? Я свой вчера пить хотел. Нет, я думала, это нам на сегодня. Не, нифига, ты мой же пил. Я вчера тоже пить хотел. Ты же мой вчера выпил. Да, мне еще воды надо принести. Нет, интересно такое, ты то есть вчера мой квас выпил? И вечером мой квас выпил? Нифига себе. Я думал, мы его вообще-то на завтрак оставим. Ну, купим еще квас сегодня, господи. А на завтрак? Ну, вот себе на завтрак. Да там чуть-чуть осталось. Ну, этот я тебе немножко дам. Ах ты, коза, когда ты успеваешь пить ты, господи. По ночам, что ли? О, дебильный чайник. Вот так же я обливаюсь каждый раз. Бывают же такие, господи, чайники. Ай-яй-яй-яй-яй. Женька, Женька. Почти допиваю. Кто там лазит? Слон пришел. Бегемот. В сумке лазит. Деньги воруешь. А? Ты мою заначку воруешь? Ах ты. Ах ты такой. Ух, я тебя. Ух, сейчас как тебя тыкну. Тыкну тебя. Будешь знать у меня. О, блины на полу лежат. Я хотел веревочку какую-нибудь, да нет, наверное. Так у тебя же этот есть. Штанга или как его там? Ладно, тогда обратно их скручу. Ну, конечно. Обратно. У меня дырки маленькие, туда ни одна веревочка не найду. Да веревка, ты нитку лучше возьми. Веревка. Зачем тебе веревка? Она толстая, нитка тоненькая, хорошая. Целыми днем сидела и делала. Так, ладно, посмотрим, что пригодится. Так, тогда не мешай. А я вообще постою просто так. Для красоты здесь, как вазочка. Как вазочка стою тут. Серьезным делом занимаюсь. Каким? Кофе пьешь? А тут-то ты что делаешь? Это разве тренировка? Шар это... Коврик продеть через гирю. Ты что, ее будешь плести сейчас? Тренировка. О. Тут как раз подойдет фраза. Я всегда с собой беру видеокамеру. Опа. Да? Опа. Америка, Европа. Так, все. Так, Зай. Хорошо смотришься. Отойди. Через камеру. О, да.